Всем привет на моем 252-м стриме. Мы сегодня продолжаем проходить игру I Wanna Kill the Camellia 2. И сегодня я, как и говорил в прошлый раз, попробую снова стримить через OBS, а не через XSplit. И стрим уже сейчас идет через OBS. Я вроде бы все настроил, потратил на это кучу времени, как обычно. Но я начал вспоминать, что с OBS-ом-то работать чуть посложнее, чем с XSplit'ом. Ну, потому что у него есть некоторые сложности. Ну, в общем, какие сложности, например? А вот, например, смотрите. Сейчас я запускаю игру. Да, привет, Гоги, привет, Зеро. Вот, видите, да? Потому что окошечко запускается маленькое, а я его растягиваю, да? И когда я его растягиваю, то захват, он портится. Поэтому мне нужно сейчас его подвинуть, куда мне нужно. Потом растянуть. Видите, оно там растягивается прям в захвате. А в XSplit'е оно не меняется. То есть я меняю, когда окно... размер окна, то размер в захвате никак не меняется, а в OBS меняется. И заголовок окна, он, короче, тоже, видите, как там, ну, как тупо, как рабочий стол, типа, захватываешься. В общем, это, конечно, неудобности. Так, как меня слышно? И как слышно игру? Хорошо ли все слышно? Просьба отписаться. Как видите, микрофон... у меня стоит далеко, потому что я внезапно обнаружил, что, по-моему, OBS нормально его воспринимает. Чувствительность намного выше, чем в XSplit'е. Игра громкая. А так. Привет, Аив. Ну вот, и не нужно никакой этот, ну вы поняли. Ну то есть микрофон у меня сейчас просто вот так стоит. Далеко, причем достаточно от меня. В смысле стена, не справа, какая стена? А, типа, предлагаешь отзеркалить камеру? Ну, не знаю, я, если честно, никогда этим не заморачивался, но, типа, мне кажется, чушь какая-то. Ну, как бы, ну, лол, зачем? Оно же зеркальное становится. Ну, не знаю, по-моему, как-то странно. Ну чё, убьём с первой попытки? Точно нормально, да? То есть вообще как бы слух не напрягает, не нужно слушаться, да? Рассинхрон? Рассинхрон чего? У микрофона или чего? С камерой? Привет, ёбан. Звук чего именно? Напишите.
что от чего-то дает. Это очень важно. Ну что от чего нас дает? 0,7 секунды. Не может быть как-то. А камеры? Смотрите. Влево, вправо, влево, вправо. Нормально? Блин, а я не знаю, что для этого поможет. Как это вообще может быть? Ну вот и начинается ОБС, короче, ОБС-а проблемы. Что, игру перезапустить, что ли? Хотя нет. Ну давайте игру перезапущу. Ну у меня-то не, в игре все нормально. Сейчас отставание сохранилось, да? Прыг, прыг. Ну, есть отставание, нет? Блин, ну так же осталось, ну жесть. Ну что, сейчас нормально? Я стоп-старт даже сделал. А чё с этим ОБСом не так может? Есть ли смысл сам ОБС перезапустить? Я только стрим перезапустил. Ну что-то какой-то бред. Я хз. Ну давайте ОБС перезапущу целиком. Попробуем.
вообще, у вас нормально стало или нет? Так пишите сразу, ну зачем ждать-то столько, ну... Блин. Я же не буду стримить таким этим отставанием. Я лучше закончу стрим, вообще не буду стримить, чем с задержкой. Нафиг мне нужна эта задержка. Я же стримлю ради вас, а вам смотреть сквозь задержку, и, блин, нафиг надо вообще. А, ну... Блин, я хз, ну можно попробовать кодировщик QuickSync поставить, но я не знаю, ну блин, нормально же все было, раньше стримили с этим все. Просто как бы, просто можно, конечно, поставить именно смещение аудио, да, но это же костыль, должно оно по умолчанию все нормально быть. Как бы я не хочу костылем это решать. Давайте перезапущу, не знаю, комп, но это как-то глупо вообще, я даже не понимаю. Но я говорю, ну если будет отставать, ну я, конечно, не буду просто стримить. Ну, буду там разбираться, ну как бы с задержкой стрим это чушь. А при чем тут программист, не программист, ёбарк? Ладно, давайте, короче, пошел я. Чат, так что теперь я вас читаю. Так, ну. Еще Камилку запущу. Привет, попкорн. Да у нас технические трудности, я на ОБС опять перешел. Не было никакой бухаловки, о чем ты же. Надо еще винду бы переустановить, потому что у меня с ней какие-то проблемы такие хронические. А мне не хочется этого делать. Ну так что, есть задержка или нет? Так десяточкой стоит. Нет, встает. Ну блин. Хрен знает. Ну я хоткей еще не запустил, надо будет запустить.
Привет, Декстер. Ну, я сейчас прыгаю на shift, короче, поэтому на если дойду до Вейденса, то я завафлю, скорее всего. Ну, я не дошел. Не, ну как бы проблема была точно, ну, как бы, если Декстер, ты подумал, что типа у меня или то, что что-то там типа запущено лишнее, нет, у меня запущено сейчас то же самое, что и до этого, как бы. А, ну только браузер не запущен, ну я что-то не сомневаюсь, что это как-то влияет. Так, успехи на боссе, но мы сегодня пройдем его, причем очень быстро. Ну сейчас там на таймере 15:24, да, но до 16 часов я его убью. Но должен. Иначе вафля. Сейчас просто я вспомню тут, чё к чему. Не, все-таки вот я раньше, вот давно еще, когда, то есть еще тогда стримил с OBS с самого начала, да, ну, и как бы мне казалось, что XSplit ужасная программа, потому что она какая-то вся неудобная, чрезмерно там много ненужного и так далее, бесплатная, да. Но вы знаете, вот попользовавшись год XSplit'ом, я вам скажу, что в XSplit'е огромное количество есть преимуществ по сравнению с OBS'ом. Недостатки в основном это то, что он тяжелее, то есть ресурсов больше жрет. То, что платный, ну такой недостаток, ну вы понимаете. Да? Ну вот. Ну и там парочка еще, но захватывать реально в нем удобней. Вот именно когда, то есть если вы все время сидели на OBS и возьмете XSplit, то поначалу может показаться, будто неудобно захватывать, но когда привыкнешь... То пипец, короче. Я как говорю, как тот, кто долго сидел на OBS, и потом долго сидел на XSplit. У OBS многие вещи сделаны. И вот не то чтобы. Ладно бы просто удобнее, неудобнее, фиг с ним с удобством, да? Некоторые вещи в OBS невозможно сделать. Да, год был куплен на XSplit, правда, не мной, а пророком. Ну, он типа, у нас общий аккаунт. И заканчивается скоро лицензия, поэтому, блин. Большинства X264 годер, я очень мало встречал стримеров, которые бы пользовались NVIDIA NVENC. Почему-то. Наверное, проблемы с ним какие-то. У меня AMD, как бы, поэтому... У меня как бы есть интеловская встроенная, я могу QXint. Включить, в принципе, но с QXSync'ом, я помню, проблемы раньше точно были с захватом. Прям точно. Окна хреново захватывались там.
такого NSYNC, там NVIDIA NVENC называется. NSYNC это я вообще первый раз такое слышу. Нет, их 264 все используют. Практически. Я же тебе говорю, очень мало видеостримеров, которые используют NVENC. Может быть, по причине незнания или еще по какой, я не знаю. Но факт остается фактом. Ну, Владислав, не знаю, попросили что-то. Говорят, типа, не круто было. Привет, Владислав. Так, пора сосредоточиться и пройти босса. Ни разу сегодня на ВДНЦ не завафлил. Ой, я не заметил эту горизонтальную, ну лол. Да я же блин, отстаньте, я поблизости тогда, когда мне бритва приедет с Китая. Ну лол, я же 100 раз уже говорил, ну серьезно. Чего пристали, лол? Причем мотивация, лол? Причем тут мотивация? Какая-то хреновая мотивация, я тебе говорю. Как бы мне все равно, я как бы могу и побриться и как бы в любой момент, но просто не хочу пока именно, вот я же говорю. Почему? Но в целом-то, лол. Я никогда на самом деле особо и не планировал там усы отращивать или что-то типа того. Не знаю, Владислав. Сейчас я прочитаю, что вы там писали. Ни разу пока не звафлил на... Ну, сейчас посмотрим, конечно, но... Блин, вот первый раз завафлил на этом ВДНС сегодня.
А, Гоги, ну понятно. Привет, Найтрики. Ну такое. Another game, not Mario. This is I wanna kill the Camellia too. Торниса, да блин, что вы с Торнисом, блин, пристали тоже? Бедный Торнис там, наверное, это, знаете, уши уже горят. Уведомляшки выключить из ВКонтакте. Потом пошел по наклону. Скайп вылетел, ну у меня скайп вылетел. И у меня бег, короче, сохранился, а прыжок нет, потому что прыжок в фоне не работает. Какого черта скайп? Появилось окно, типа приключена работа программы, и все, фокус ушел с игры. Что-то как-то не круто. Да я не знаю, у меня почему-то стал скайп вылетать. А мне все как-то руки не доходят, типа, нормальному разобраться. Но я пробовал, типа, там переустанавливать его, кэш удалять, но это не помогло. Надо более глубоко разбираться в проблеме. Да, кстати, призываю вас, это, можете в Стиме, в группу, я не знаю, надо как-то ссылку, да, разместить, наверное. Ну, я типа в Стиме группу сделал, куда объявления эти, о стримах, типа, делаю. В чем прикол по сравнению с ВКонтакте, то, что у вас прям всплывашка такая будет, типа, вот там начинается стрим, или там стрим через ток-то начнется. Довольно удобная штука. Ну, правда, ссылки сейчас нигде нету, ну как бы. Ну можете и так найти, то есть название там очевидное, да? Меня последняя фаза Вайденса не любит.
пройти босса, лол. Сегодня надо точно его пройти. Ладно, там, если даже не в то время уложиться, в которое я сказал, то пофигу. Но сегодня гизер должен уже все позади остаться. Это, блин, прям инфосотка, лол. Двадцать один, 16, 10 и еще там 4, по-моему. Да, ну блин, ну она тупая какая-то. Привет, хиппи, а вот нету платка. Непонятно, почему мы собираем рупи и враги исчезают. Это мы что, заказываем их убийство, что ли, или что? Платим кому-то, чтобы убрали врагов? Расплачиваясь за это рупиями. Я как бы вспомнил о лаве, но там мне просто надо было прыгать, но я не знаю, а как. Да, привет, смотри, Кипчан. Не, я умер вообще об эту какую-то шняшку летящую, бантик. Но если бы об нее не умер, то облава бы умер.
Да ну. Можно не прыгать, когда у тебя два прыжка аж есть. Да, я так понимаю, да. Но в этой версии, да. Вот в Камиле 1 там была третья стадия у него, когда нужно было у него стрелять. Ой, или нет, или что-то я путаю. Ну, короче, ну что-то надо было стрелять вроде. А в этой нет, а в этой, я так понимаю, это чисто V-Dance. Чисто V-Dance. Кстати, это первый чисто V-Dance. А, не, ну не совсем чисто, конечно. Мне же тут нужно рупи собирать и грибочки давить. Но я имею в виду, что самого босса не нужно стрелять. А в этом... Но предыдущие боссы, надо было в них реально стрелять. А, нет. А, первый же босс еще, V-Dance. Ну да, да, да. Вот там как раз был чистый V-Dance. Но он такой простой, что я уже забыл его.
что стена. Что-то пока меня эти осколками убивают. Ну, вот этими, где большая башка прилетает. Ну, я-то ее уже переживал раньше, но я имею в виду именно сегодня. Именно сегодня что-то она пока унижает. Первый раз умер на этой штуке. Надо сегодня тоже обо всем умереть. О, вот. Все правильно сделал. По-моему, уже умирал сегодня, кстати, об них.
там, где в тот раз он был. На предыдущую попытку он израсходовался. А ведь этого босса надо стабильно проходить, ну то есть, ну, говорят, там он, люди с первого раза его проходят, ну типа когда там делают забеги, да, то есть значит он абсолютно стабильный босс, на нем типа вообще не надо умирать. А я как бы, то есть даже если я сейчас его убью, да, то потом, допустим, второй раз, я уже, ну как бы, то есть могу опять просидеть, да, значит что-то я делаю неправильно. Какой именно рандом убивал? Какой именно? Абейденса? Блин. А, ну то есть типа, что я там умираю, это хотя бы нормально, да, типа считается? Типа успокоил. Не, просто я слышал, что там Агендаш его с первого раза вообще убивает. Нет, в смысле, я имею в виду, что, ну, как бы, я, в принципе, делаю все правильно, но просто мне там не везет, да, типа того. Я имею в виду именно вот на последней, вот этой вот, на выживание. То как бы в целом я все нормально делаю. Да.
Опять сейчас буду гоняться за кристалликом этим. Не буду. Да ну чё он не остановился-то? Ну что он не остановился? Я ждал, что он остановится. Летел уже через полкарты, и, блин, не остановился все равно. Я уже чуть меньше 7 часов этого босса убиваю уже. Пора бы уже убить, пора. Или даже 7 часов уже. Успел до 16. Успеть до 17 теперь надо. Я опять забыл посчитать дату 100 дней с того момента. Ну, по сути там, да, как бы, ну, самое начало апреля там. Самое начало апреля. Кажется, вроде, ну, ни хрена себе далеко, да, там. Но, а, типа, я там уже сейчас 5-й уровень будет, но ни хрена подобного. Но это я так говорю для тех, кто, типа, там, ну, особо не знают, что там дальше будет. Да, грибочки пока летят, не убивают. Причем во всех версиях гейзера, по-моему. Да ну, ну все, ну началось.
это было близко. Сказал человек, который прошел Камилию 2, и в Камилию 3 уже почти два уровня с секретками прошел. Пека. Капа. Да ну, какой-то оно, ну, это, я же, блин, странно. Но я хотел сманеврировать немного. Ну что такое, даже до лавы не дохожу. Ну это какое-то не очень. Надо было допроходить тогда, нафиг этот стрим надо было отложить по новым айванам. Ну честно, вот чувствуется, что я сейчас... Хреново играю. Да, Картофель, привет, поздравляю тебя, что ты босса все-таки добил. Я так чатик посмотрел, историю. Говорят, добил. Нормально, нормально. Че я делаю? Че я делаю? Какой центр? Нет, тут нельзя, тут нельзя. Привет, Торкил. Сейчас как-то было тоненько.
Там яблоко летело прямо в меня, лол. Привет, Инсомнио. Семь часов. Сейчас какая-то вафля была. Ну, как бы не вафля, а это, ну, понимаете. Неудобная ситуация. Как скачать видео с Твича? Но есть там сайты, типа, ну напиши в гугле, короче, Twitch, там, download, видео, как бы, и все, там будет сайт специальный. Правда, скачиваться оно будет кусками, сразу предупреждаю. Ну что такое, как-то не прет. Привет, Стэнли. Ну, такое. Не, на самом деле третий стрим. Сейчас бы взял, было бы нормально. Ну что это вот за не очень было сейчас? А, ну почему я не дохожу до последней фазы стабильно? Ну это бесит, лол. В смысле легко отделался? Отделался от чего? От следующих боссов? Нет, я не отделался, они меня ждут. Они меня ждут. И там не только боссы, там и уровни ждут. Это предыдущие уровни были такие, на расслабоне. И то, в последнем уровне там были некоторые экраны, на которых я там посидел. А следующие боссы меня ждут, я от них нелегко и не отделался. Отделаюсь потом, но... А, ну, от предыдущих, ну, так логично, потому что они вафли. Ой, что-то не пошло, по-моему. Ой, ну что-то не пошло.
это рад. Нет, не пробегал. Опять он не остановился, да что ж такое-то? А просека ты генлажа? Долгий, конечно, босс, долгий, то есть, ну, просто, то есть, сами фазы, да, все долгие. Ну, блин, мне надо прорываться направо. Ну опять это яблочко, то же самое яблочко меня убило. А, вопросик. Вообще без понятия, что это за игра. Не буду голосовать, потому что я не знаю, что это за игра. Что, он орбит прошел, что ли? Это, блин. Спасибо. Нет, камера не новая. Но просто ракурс другой. Сама камера та же. И я стримлю через OBS сегодня. И постепенно обратно буду на OBS перелазить, скорее всего. Ну потому что у XSplit, во-первых, скоро заканчивается лицензия. А во-вторых, ну тормозит у меня с XSplit. Ну вот Камилия тормозит. Некоторые игры тоже.
работать и стало плавнее, потому что процессор загружен всего лишь на 60%. А там был на 99%. Да, с одним потоком. Причем сейчас я на Very Fast поставил, а там с Super Fast с одним потоком было 99%. Вот и сравните OBS и XSplit по нагрузке. Разница, капец, более чем ощутимая. А не просто какие-то там 2%. А что это? Битрейт добавить? Картофель. У меня битрейт сейчас 3000 переменный, зашкаливает за 3200, и профиль кодирования very fast, то есть, ну как бы лол, куда выше-то, куда выше. Странно. Чё, прям сильные кубы всплывают? Что-то не может быть. Только что посмотрел. Very fast. Ну, можешь скриншот сделать, когда мылит? А ты на Твиче смотришь или на Гудгейме? Если на Твиче, посмотри, может на смену качества 2 или у тебя стоит какой-нибудь медиум, да хотя вряд ли какая смена, конечно, но мало ли такое, знаешь, предположение чисто. Ну хотя ты пишешь в чате как Good Game, наверное, ты с Good Game смотришь. Раша не дошел. Ну так, без спойлеров, что просто да, нет. Вот оно, серое яблочко пролетело. Что такое? Ну почему перестало получаться?
хороший, только почему у меня не перестал получаться вейдент? Я раз пять, наверное, подряд его прошел на начале стрима. Ну реально, ну там, может, не помню, пять, не пять, но три там точно подряд. Потом начались вафли на последней фазе. Ну как бы хрен с ней с этой последней фазой, да? Как бы, ну ладно. Но потом начались смерти на вообще на вот этих вот фазах начальных. Откуда? И продолжаются еще. Скайпики, который у меня вылетел. Ну ладно, запущу и гляну после того, как пройду пека. Ну или когда завафлю. Но я же не завафлю, это победная попытка. Стена, кстати, шла дальше. Хорошо, что заканчивается вейденс на этом. Я что-то... Ну, это я, короче, дурак. Я забыл, как они, ну, то есть не учел просто физику, что, ну, или как не физику, логику, что он сменит направление. Ну, короче, тупо, да. Привет, пророк. Картофельные скрины гляну. Программы нету, сайт, мы же сказали же, сайт. Ну может программа есть? Ого, ни хрена себе. Это сильные кубы. Лол, да ладно, не может быть. Very fast стоит, ну лол, ну точно. Very fast. Профрекодирование main. Постоянно частота кадров. Интервал 2. Качество 8, может. ЦБР нафиг поставить.
Ну давайте вот так. Ну как, сейчас лучше стало? Ну посмотрим. А, сейчас скайп, блин, опять вылетит, будет печалька, надо было закрыть его. Ну, Гоги, у тебя отличная картинка. Ну, то есть, реально, все четко видно, да? Как бы не рассыпается. Привет, RTX. Ну. Как бы не уверен, но рассчитываю, да. Не уверен, но рассчитываю, что хватит, должно. Как бы, но, конечно, как бы полной уверенности нет и не может быть. Что там будет потом, это все касается будущего, а мы в настоящем. А у нас в настоящем гейзер, которого вполне реально пройти. Так что пока думаем о гейзере. Да, я не видел всех боссов в этой игре, сразу, я еще раз говорю. Так что, если что, не нужно говорить, что там будет. Откуда это яблочко взялось? Ну это просто вот откуда? Прям нормально же все по таймингам сейчас было. Я не понимаю просто. Не, мне кажется, что-то все-таки надо будет сменить ракурс камеры. Мне кажется, он какой-то не очень. Мне неудобно в нее смотреть. Я так. Мне так тяжело будет пройти, если я до выживания дохожу раз, блин, 20 минут. Ну, я вон уже 16:30, ну, на таймере игры.
А я сколько раз доходил до последней фазы, ну... Что-то все плохо. Вот на том стриме было все хорошо, а сейчас что-то все плохо. А мне что-то прям не нравится. Какое-то плохое настроение. Я готов был уже пройти. Что это? Ну а что это полетело такое? Ну не может справляться? Да ладно, на Good Game. Ох, что за настройка стрима. Значит, надо 2500 поставить. Не желает. Не желает. Ну, боги, поставлю 2500. Когда буду в следующий раз. Не в боссе. По-моему, я его ставил, потом отключил, потому что что-то вроде какие-то проблемы были у людей. Сколько мне минут понадобилось, чтобы до сюда дойти? Это пипец. Что происходит? Просто я не знаю, что происходит вообще. Ставил 2500.
сегодня никакого прогресса. Ну вообще максимально я 4 секунды оставлял. Но это было на том стриме. На том стриме я был уверен, что мне вот-вот и я его убью, потому что я часто доходил до выживания. Все было классно. А сейчас у меня очень хреново все получается. Ну очень хреново все получается, и мне вообще все не нравится. И мне кажется, я вообще не пройду даже этого босса сегодня. Спала, но тренировалась. Блин. Это впервые, когда на стриме по Камелии 2 я недоволен результатом. Как бы до этого мне все нравилось, как я прохожу, типа, ну, вполне нормально, на уровне моих способностей. А сейчас что-то какая-то лажа пошла. Хотя я вроде бы выспался, не знаю, все нормально себя чувствую. Ничего такого, как бы... Скайп вылетел. Без доброты не затащишь. Посмотрим. Soul Green слить это помогло в босса. Я же говорил, что 20 часов убивать этого босса, но... А я за 7 хотел. Перехотел.
чувствую, если бы я играл бы в Камелию 3, то рандом бы меня бы не жалел бы там. Очень сильно. Хорошо, что я не буду ее проходить. Стал. Не, к какому концу? Не надо тут такого. Сократит от доброты, ну такое. Тоже вижу, ну как бы, но все-таки надеюсь на рандом, вдруг что-то прокатит.
немножко подгорает у меня уже от первой фазы именно. Умирать на первой фазе, ну, как бы, ну, я имею в виду первое, это, так скажем, у меня он разделился на, короче, три фазы. Первое, это все, что до вот этого Авейденса с Мику, потом Авейденс Мику и все остальное. И вот умираешь, когда до Мику, вот это вот раздражает уже. Сможет выбить из гейзера. РНГ кубик он выбьет из него, наверное. Он говорит, что я не выживу. Это что, правда, что ли? Чат. Чё? Отвис. Нет, снова завис. Вроде отвис. Ну когда пройду? Ну, когда пройду, тогда пройду. Я что, не пытаюсь что ли пройти или что? Должен был пройти уже давно. Ну хотя нет, по мнению Гоги, я должен просидеть еще много часов. Но по моим ощущениям на прошлом стриме я должен был его уже убить. Но по ощущениям на этом стриме я что-то вообще не должен. Вообще что-то не идет. Как будто я только первый раз там дошел до последней стадии. Что с чатом?
Снапса молчат. Сейчас прочитаю, что вы там писали. Блин, дурацкий плеер Твича, который сам запускается. Ну это такая печалька. А, ну все, ничего не писали. Все, чат работает, просто, ну, когда напишите побольше, он будет на экране. Удивило, что внезапно у OBS чувствительность микрофона куда выше, чем у XSplit. Ну, видите, он далеко стоит от меня, я говорю не в него, то есть как бы не в его сторону. Вы меня хорошо слышите, и это еще не максимальная громкость в OBS сейчас стоит микрофона, то есть он не выключен на максимум. Снап, потому что, во-первых, у XSplit скоро заканчивается лицензия. Во-вторых, он тяжелый, у меня Камилия с ним тормозит. Но по захвату, ну, настройки сцены он реально лучше. Там такие проги, там же они вообще не функциональные, остальные вроде бы. 4 месяца разве? Они 2 или не 1? В любом случае, у меня она тормозит. Вот сейчас у меня загруженность процессора около 60%. При тех же условиях в XSplit. Причем с суперфаст кодировкой, а здесь сейчас very fast, 99%. То есть при той же игре, да, при том же наборе, ну, с такой же сцене, то есть вебка там, да, игра, чатик. И эти уведомляшки еще. И запущено, да, программ даже запущено больше сейчас. Ну хотя не, примерно столько же. Но я смотрел, там даже если браузер запущен, там то все то же самое. Вот Steam я не закрывал, например, а там даже Steam закрывал.
короче, как бы разница в нагрузке очень заметна. Не какая-то там мифическая, да, а реально заметна. Так потому что и так мне вон жаловались вообще-то, что купят. Жаловались, что купят сегодня. При битрейте 3000. Но там был переменный битрейт. И, возможно, с этим как-то связано. Я поставил сейчас постоянный 2500. Ну, потому что вроде бы, не знаю, у меня уже давно никто не жаловался, что у него медленный интернет. Но вот сегодня про это Гоги сказал, но типа 2500 вот вроде сейчас смотрит нормально. Так что я сейчас не вижу большой проблемы, что именно ЦБР, как бы, да? Зато как бы не купит. Ну, не купит зато. Ну куда увеличивать битрейт? Куда увеличивать битрейт? 5000 что ли ставит? Река потолок для зрителей, понимаешь? Да уже даже 2500 и то вон Гоги жалуются. Весь экран в квадратах, что ли, Zero? Пека. Еще и за экраном. Чувствую, это будет долгий стрим. Оценки нет, но отмечают пройденное. Ну там оценки писать же на английском, мне что-то лень порой.
что, скорее всего, я буду долго приходить. Ты видел, как он в этот Justice Guy играет? Нормально, а я там вообще не мог пройти даже сам первый момент. Ну или один из первых. Спойлер, 500 рублей, 500 рублей, не знаю, Final Fantasy какой-нибудь. Super Meat Boy. Я же нормально вроде все делал по этим, по тайвингам. Мне казалось прям нормально и то. Metal Gear Rising там где-то так на пол игры и пройден лежит на Xbox 360. Босса там не могу пройти. Ну как не могу? Как перестал пытаться, так и не могу. Дропнул, проще говоря. Ну что вот это сейчас? Yeah.
Watch the Monsoon. А там, короче, босс раш типа идет. Там босс раш идет. Там сразу несколько боссов, которые причем уже, ну, типа там вроде уже встречали. Или, типа того. Там, где еще в начале битвы, типа в тебя там какие-то, по-моему, какой-то мусор кидают металлический, это я прошел. А вот потом, типа, ты в здание входишь внутрь, и там что-то, я не помню, типа как в тумане такой босс. Я уже сюжет не помню, я не помню имен, давно было, и я хрен, кто там Мансун, кто там... Ну там, короче, нужно два босса без сейвов убить. То есть я первого типа убиваю, а потом хоп и другой. Причем первый тоже сложный. Потом хоп и второй, короче, на нем и умираю, и... Фига, короче, и надо предыдущего опять. Ну, короче, сложно очень для меня эта игра. Без тактик, по-моему, не убьешь вообще никак. Нет, это было давно, про 3 секунды. Чё смеяться? Сейчас в слэшера не могу, я говорю, эта игра слишком сложна для меня оказалась. Я не смог этого босса убить. Там я где-то сидел больше часа точно. Наверное, мне кажется, даже больше 2 часов. Мне надоело, я все, больше не играл. Могли бы и полегче сделать. Я играл на, ну, наверное, на нормальной сложности, ну, пипец. Нафига такое, что босса ты за час даже не можешь убить? Ну, не знаю, по-моему, как-то перебор. Ну, то есть я понимаю, там на харде, типа, играют люди, там, которые уже есть опыт в подобных играх. Thank you.
настоящему слэшер 3D-шный первый раз, и, ну, я все равно не должен изи выбирать, ну, мне так кажется. Набрал нормал и, блин, босса за час... Ну как, я типа убил, да, а там следующий босс без сейва, и меня бомбануло от этого, потому что я опять должен это все убивать, это жесть, ну как-то очень-очень жестко слишком. Это вообще далеко до конца игры? Вот про что я говорю. Вы же поняли, да, про что я говорю? Потому что вроде я прошел-то так немало, мне кажется. Середина, значит, игра жесть какая длинная. Очень длинная. Причем тут Салгрин, Снап? Причем тут Салгрин? Это же, ну, Салгрин это всего лишь больше, как бы, а тут эта игра такая серьезная, как бы, и, ну, понимаешь, это же игра для детей, как бы, ну, в смысле, ну для, просто для людей, как бы, которые просто хотят сесть в игру и поиграть, ну, как бы, и все, и нормально пройти. Ну как бы кино, ну это кино, я имею в виду кино же это, ну как бы вот, и надо его просто пройти, а не страдать. А Салгрин это позже как бы. Ну не знаю, ну как не научился, я пользовался вообще-то разными там этими вроде бы. Всех обосрал, да нет, ну блин, может быть я неправильно выразился. Ну просто Снап здесь как бы предназначена игра для того, чтобы ты сидел и, ну, как бы босс долго проходил, но это другое, это не напрягает так сильно, ну, вот. А там, как бы, это, я хочу сюжет смотреть, там был интересный сюжет, я хочу смотреть кино. Ну, блин, какое нафиг сидеть на боссе, там, час? Тем более, это я сидел там час, и я не убил еще, ну, вторую стадию, или как там, я не помню. Ну, а убил бы через сколько? Может, через 8 часов, я не знаю. Предназначен для страдания, но значит я не понял жанр. Ну тогда ладно, вопросов нет. Нет, да, вопрос. Если игра именно как позиционируется как какой-то хардкор, как бы, ну тогда ок. Значит, мне просто не нравится как бы жанр, и вопросов нет больше.
долго-то вылетает это такое? Не, ну просто я не знаю, я как-то, наверное, привык, что как бы я сажусь играть там, например, если Вайвона игры, да, то как бы, ну да, я привык, что там, типа, ты можешь там просидеть, но мне это как бы нормально, да? Вот, а потом я сажусь играть в какой-нибудь там, не знаю, Skyrim там или какой-то, ну вы понимаете, да, какие-то, ну, такие современные игры, то я как бы, ну, рассчитываю, что я просто сажусь и я прохожу. Ну, оно проходится нормально, проходится сразу. Я не сижу и не по три часа не выдумываю там тактики, ничего, то есть как бы, ну, более такое расслабленное. Сейчас вот куплю, наверное, все-таки Just Cause 3 там, да? Я уверен, что там тоже ты просто сидишь там, просто прикольно там все разрушаешь, там летаешь, ездишь, всякий хаос устраиваешь, ну по сюжету там перестрелки какие-то. Ну это все такое, да? Это же там не будет, что ты одну миссию будешь проходить 2 часа. Ну вряд ли. Ну только на максимальной сложности может, но я не буду. Ну и то, на максимальной сложности там посидеть можно долго, только из-за того, что у меня опыта шутеров мало. Ну, мне нравится, чем геймдев стал в айванах. Как бы, знаю. Не, ну, может быть, я не слишком сейчас как-то радикально высказался. Нет, иногда мне все-таки нравится сложность. Ну, например, как бы в Skyrim я играю там на высокой сложности, там, да. Ну, не знаю вообще. Наверное, как-то я неправильно все-таки высказался, да. Я не говорю, что должны быть казуальные игры. Я такого, ну, я, может быть, это сказал, да, значит, я был неправ. Я не именно не это имел в виду. Я не хочу, чтобы все игры стали, ну, абсолютно казуальными. Нет. Немножко не эта мысль была у меня в голове. Просто она не должна быть какая-то занудная, да? Она не должна быть какая-то занудная. А там мне показалось очень занудным этот Metal Gear Rising, этот босс. Почему вот мне нравится там даже, допустим, в Айваны, да, играть, именно где там боссы сложные, например, да? Почему вот эти гизеры, да, там не дропну и так далее, хотя он вроде такой долгий, да? Потому что он не занудный, он прикольный босс, весело же играть. Ну, по крайней мере, мне, не знаю, как там другим, но мне весело, мне интересно. Хотя, да, ты типа, сложный, там долгий босс. А там мне было скучно. Сюжет интересный, но вот эти боевая система, мне лично было довольно скучно. Но я говорю, ну это просто личное предпочтение. Личное предпочтение. Да, Destination тут сложно не согласиться. Но там мне чисто уже как бы испытание личное, потому что я уже так давно хочу попробовать этого босса. Но так-то босс я согласен. Конечно, скучнее босса, наверное, придумать сложно. Вообще, как бы, ну я говорю, ну как бы да, то есть последнее именно время как-то я больше именно перешел на такое, что как бы у меня Айвана это именно что-то такое хардкорненькое и поднапрячься, да,
А остальное я хочу как бы кино. Ну, расслабиться такое, да. Иногда даже вообще не проходить, а на Ютубе пройти, там тоже так бывает. Ну, вот именно это у меня такое, да, может быть, как-то в последнее время. Ну, потому что я-то все равно играю не на стрим, как бы, а что, зачем напрягаться? Я напрягаюсь, когда на стриме там что-то играю. Ну, я говорю, ну, значит, слэшер просто не по мне, как бы. Вот и все. Диагнозы от Снапа. Не, платформеры вообще не должны быть легкие. Нахрен легкие платформеры нужны, как бы. Ну, мне не нужны. Поэтому Cave Story надо вообще, я не знаю, на максимальной сложности, наверное, проходить. Вот, как бы. Ну, если она по геймплею интересная, конечно. А, как бы, ну это же не платформер Metal Gear Rising, это кино, ну как бы, ну я не знаю, ладно, все, у меня такое специфичное мнение. Короче, все, у меня специфичное мнение по Metal Gear Rising и по Stasher, видимо. Как бы, я люблю челленджи, я, ну, не хочу сильно казуальных игр, но вот это вот... Как бы, когда сюжет, вот давайте так, наверное, когда очень классный сюжет, то я хочу его смотреть, а я не хочу, блин, чтобы он у меня продвигался так медленно, что я уже забыл, а что к чему, потому что я сидел, блин, 30 часов на боссе. Нет, там не дурацкий сюжет. Чё я сейчас сделал? Нет, Metal Gear Rising плюс сюжет нормальный, как по мне. Учитывая, что я люблю вселенную Metal Gear. Неужели? Ну-ка, тут еще сейчас давай, стену мне пришли. Я не позвал пророк. Не надо как бы приписывать ко мне ярлыков, которых нету. Если бы я был Кузалом, я бы не это, ну, прошел бы Камиле 2 тогда, когда захотел, а не ставил бы испытаний там на 100 дней. Ну, так, как пример. Не знаю, такой, понятие, заскучавший казуал.
А, Индивис, а я интерес к игре не потеряю? Просто я же не, ну, механику не знаю, как бы. Я не потеряю ли интерес к игре? Это ж ты... Как бы, ты оцени сразу. Тем более там же сюжет есть. Нет, не знаю, насчет троллируют, по-моему, все, говорят, все это серьезно. Ну, я, по крайней мере, не вижу троллинга. С чего ты взял, что троллируют? Ну, Снап точно не троллирует. Он хоть и тролль, но как бы он... Явно сейчас, вот когда вот он сказал, что из-за таких, как я, типа, игры казуальные становятся, тут чувствовалась вся эта обида. Ну, потому что я как бы знаю, о чем он говорит. Ну что вот это? Кивчан, просто пророк очень специфичный человек. Он считает, что любая игра там легкая, кроме совсем каких-то зашкварных. То есть он может абсолютно любую игру, любого босса сказать, что это легкий, и про любого человека сказать, что он казуал. Вид босса впервые, короче, да, там на боссе хренают какие-то атаки, он говорит, о, изи босс, за час пройду. То есть абсолютно размытое понятие, что такое изи. И нет, пророк. То, что ты говоришь, там, типа, если бы она вышла 20 лет назад, нет. Абсолютно не было бы. Ты на основе чего такое, что это говоришь? Игра проходит, там, под 200 часов. Перейди пример игры, которая вышла, там, 20 лет назад, и проходится под 200 часов, и ее сейчас, чтобы говорили, что она легкая. Привет, Фёрст. Десять плюс? А как насчет 60+? Или даже повторения там, типа прогресса нету. Я даже ни разу не пережил первую лаву. Thank you.
не знаю, ну что я делаю не так? Кто-нибудь может объяснить? Что я вот сейчас, почему я сейчас умер? Ну, в смысле, ну, не конкретно, что там яблочко вылетело, да? А почему оно вылетело? Кромсалова, во всей видимости, да. Не знаю про какой-то гул, честно. Мне скажут, что звук хороший. Надо, значит. Ну надо, блин, не знаю, надо пофиксить, ну лол. Я как бы не знаю, ну вы же слушаете, ну почему-то никто заранее, ну давно не написал, я стримлю уже, блин, больше 3 часов, никто не сказал, что какой-то гул есть, лол, ну что это? Все, ну что-то все равно у нас только, хотя сами же сидят, смотрят, я не знаю. Почему он не проходится? Я не знаю, я вроде же стою. Микрофон откуда может быть? Ну, ты не прав, пророк. Потому что многие, ну, игры действительно сложные. То есть, понимаешь, как бы, если, ну, допустим, как бы все люди на планете, как ты говоришь, криворукие, там, да, допустим, или там 95%, то это не значит, что, как бы, нужно говорить, что они криворукие, а игра легкая, да? Это значит, что игра сложная для среднестатистического человека, это имеется в виду.
Что я поменял? Я ничего не менял. Я ничего не менял. Я просто выключил. Вот сейчас включил. Нет, я не хочу это вырезать, я хочу, чтобы этого не было. Зачем костыли? Ну лол. Я не знаю, откуда гудение может идти. Ну, может другой разъем воткнуть, но они все равно же рядом разъем. Работает, вроде работает. Короче, не знаю, какой есть микрофон, такой есть. Я вроде запись слушал нормально. Руку на системник. Ну, положил. Нет, ну как бы снап. Ну, как можно. Нет, ну подожди. Неправда. Если бы эта игра вышла давно, я тебе говорю, она бы не стала бы легкой. Потому что, ну вспомни, хорошо, давай назови так, какую-нибудь игру, которая вышла давно и ее проходили быстро, да, а сейчас ее, типа, новое поколение проходит около 200 часов. Есть такое? Если есть, тогда я соглашусь с тобой, что казуалили. Как бы единственное, что там может быть, типа, знаете, там, ну, как бы какие-то досовские игры, то есть, как бы, например, там, ну, раньше люди как бы были, ну, сейчас как бы привыкшие к технологиям, и именно тяжело будет воспринимать там некоторые там, типа, вещи, которые там. Именно тяжело восприятие именно старых игр. Но как бы все равно именно по сложности
Я, в общем, не думаю. Так что, как бы, это нет, это реально сложная игра. Которая бы и раньше была бы она сложной, считалась бы, и сейчас, неважно. Да ну, не поймал. Не будет очень долго сидеть. Не, я же видел, как проходит. Не знаю, по-моему, нормально. То же самое. Или ты хочешь сказать, ты когда в детстве увидел Супер Марио, ты его сразу прошел, что ли, быстро очень? Не знаю. Я думаю, что... Ну, примерно то же самое. Может, чуть будет дольше, типа, привыкания, потому что, да? Но и только из-за привыкания к платформе, как бы, вообще, то, что, типа, такие вот игры. Но, как бы... Не так уж, не на порядок. Ну, чоботы то, сколько. Ну, как бы, я не думаю, что будет на порядок отличаться. Не думаю. Ну, и что, кто из твоих друзей проходил в детстве на коопе по Three Toads? Я остаюсь при своем мнении, что Камелия 2 это сложная игра. Просто сложно. Там не говорю, что там нет игр сложнее или еще что-то. Я говорю, что это, я заявляю, что это сложная игра. Это не изи игра. Что ж такое? Никто не говорил? Пророк говорил. Данил, пророк сказал, что это изи игра. Вот, выше чатик там, ну, уже, наверное, не пролистаешь. Я тебе говорю, пророк сказал, у меня же из-за этого и, ну, все началось, по сути, весь разговор. Потому что пророк сказал, что Камелия 2 это изи игра. Типа он не считает, что если на босса тратится 10 плюс часов, что это сложная игра, значит. Прошел Нанг так плохую концовку. Не, так тем более, какая разница, что прошел пророк? Речь как бы о
том, что он говорит. Так понимаешь, и наоборот, было бы плохо. Было бы плохо, если бы человек после того, как прошел игру, на которой он еще там и страдал, да, начал бы говорить, что она легкая. Или там типа, ну смотри, например, вот я считаю такой, ну лично для меня очень такой пример, ну, как это сказать, наглядный. Вот есть спидранер, да, вот Stinky Cheese One, который спидранит Камилию 3, вот у него рекорд 6 часов 20 минут, он прошел всю игру, да, с начала до конца. И вы думаете, он говорит, что Камилия 3 это изи игра? Абсолютно не говорит. Ну почему? Потому что остается объективным. Это просто как бы ему легко относительно, потому что он, во-первых, именно очень много опыта в айва на играх, а во-вторых, потому что он ее затренил капец как. От этого игра не стала изи. От его скилла она не стала изи. Потому что как бы оценивается в среднем для всех людей, а не только для твоего опыта. А пророк именно оценивает по своему опыту в основном. Вот если для него это уже стало легко, потому что опыт набрал, то значит это легкая игра. Например, вот я больше, да, там вот у меня рекорд, там прошел за час 20, да, и что, я должен сказать, что больше это легкая игра? Нет, больше это тоже сложная игра, но Камелия 2 еще сложнее, но больше это сложная игра, очень даже сложная. Но, по крайней мере, ее хотя бы ну, может пройти там большинство как бы игроков, которые хотя бы знакомы с платформерами. Но по ушу имеет аудиофайла. А я думаю, стало бы. Я думаю, стало бы. Она была бы в топе. Ну, как бы... Если бы только она и никакие другие там айваны, да, то была бы в топе. Не знаю, на первом месте или нет, но в топе была бы. На каком-нибудь GamesFAQ. Я редко стал сюда доходить, офигеть. Я мне час нужен, чтобы сюда дойти, что ли? Чё за... Опять. Ну, у меня там не было выбора, надо было идти.
перед, до и после, в смысле? Не понял. Что это такое? А, вот теперь ты уже не говорил, что К2 легкая. Ну, по-моему, ты изменил свои слова. В смысле, красава? Я не понял, что это такое. Десять часов? Нет. Ну, я сейчас не помню, какая там была формулировка, так что ладно. Но по сути твое утверждение, что если бы игра там вышла там 20 лет назад, то она бы не была бы в топе по сложности, это и есть как бы другими словами выражение К2 легкая. Вот. Потому что игры, которые в топе там, они как бы очень сложные на NES. А раз там К2 в этом списке бы не было, значит, она бы не была в списке очень сложных. А что такое, когда игра не в списке очень сложных? Это значит, что как бы она легкая. Ну, или хотя бы средняя. Ну, чтобы как бы не быть черно-белым, все, да, там, ну, средняя. Вот. Есть же не только легкие и сложные игры, есть там типа средние, да? Вот-вот-вот, Just Observer тоже процитировал. Опять меня это затроллило. Короче, надо страховку сделать, у меня страховки нету на машине. У меня есть деньги на нее, но ее надо сделать. А сейчас я не знаю, когда будет работать эта страховая компания. Блин, я просто что-то не мог в декабре сделать, не было денег. А потом, когда появились, 31-го, короче, появились, как бы уже куда там это идти делать. Так что возможно, что я не успею машину сделать. А вообще в чем вопрос? Не знаю, когда работает. Ну я, наверное, 6-го пойду проверю. Ай.
видел точно, да, то я не помню, я что-то я увидел и куда-то отвлекся, что ли. Ну, а что я должен сказать? Ну, как бы, ок, это время еще не скоро достаточно, ну, 10 дней. Ну, как бы, а что я готов, как бы. Ну, я не организатор, я не знаю, какие там, куда скажете там приехать, ну, и я приеду, как бы. Что от меня ожидается, я не знаю. Машину постараюсь сделать, ну, как бы, ну, страховку. А, ну я-то могу, ну чё, лол. А, ну хотят там типа работать уже надо будет 13-го. Ну я думаю, что все равно смогу. По дате там нет выбора даты, там дата одна и та же, так что как бы выбора никакого нет. Вспомнился опять. Значит, у меня заземление, да, плохое получается. Хотя вроде бы у меня есть розетка, ну то есть у меня розетка вроде с заземлением. Странно. И фильтр у меня не просто там розетка какая-то, у меня фильтр там стоит. Вроде хороший. Странно. Почему же вот это вот огудение? Тем более USB микрофон, как может быть? Я не понимаю, как раз USB микрофон должен избавлять же от гудения, потому что у него же своя звуковуха.
раза подряд Эвиденс прошел. Сегодня это рекорд. А, 13 до утра или 14? Да, вообще рекорд, у меня 3-4 секунды оставалось. Среда и четверг, ой, абсолютно все равно, абсолютно все равно. Сейчас все равно. Но я думаю, лучше все-таки, наверное, четверг. Ну, как бы так. Типа, чтобы хоть 3 дня поработать. Хотя, или это, если это вечером, то пофиг, там вообще пусть работают, да? Наверное. Ну да, мы же не с утра. Значит, наверное, вообще тогда действительно все равно. Я думал, она в угол никогда не попадает.
Кстати, еще возвращаясь к разговору про там типа сложности, там, если бы она вышла давно и так далее. А зачем, по сути, какая разница, вышла она давно или нет? Но почему тогда все стримеры там, которые даже там, ну, многие типа играют в олдскульные игры, именно там, да, всякие, ну там, NES, Sega, да, и все равно, как бы, смотря на это, они все равно говорят, что это типа сложная игра. Как бы, какая разница, когда вышла, да? Может даже сравнить и сейчас со старыми играми. Сложнее, и не важно, что я ее проходил. Ты ее почти прошел. Вообще не там без каких-либо тренингов с эвстейтами и так далее, да? Ты дошел там почти до предпоследнего уровня. За сколько времени? Там, часов за 10, ну 15 где-то или 10, да? В этой игре 15 часов. Это примерно, наверное, 10% времени от прохождения при хорошем раскладе. Круто, хардкорище.
еще Крока бы вспомнил. Ну, Аэро за акробат на Сегу. Нет, у меня не поменялся номер телефона. Какой смысл вообще номер телефона менять, если можно даже на другого оператора сейчас перейти с тем же номером? И если симку даже там сломал или потерял, ее можно восстановить. Оторвалась. Это скотч. Блин, я что-то чат досмотрелся. Ну, уже сабсервер, это она сложнее, по мнению пророка. Почему он не остановился? Сильно. Но дропа не будет, я сразу говорю. Дропа не будет никакого, разумеется. Но просто как-то вот меня раздосадовало, что именно ушел прогресс. То есть на предыдущих боссах там как бы все шло постепенно. То есть я постепенно изучал атаки, да, постепенно все затренивалось и постепенно проходилось. А здесь вначале шло все именно так же, а потом пошел регресс. Это меня вот немножко это расстраивает.
надо будет все равно скоро сделать перерыв там на еду и все такое. Откуда это берется? Если честно, забыл еще про таймер, что там еще вторая лава будет, она, возможно, меня даже убила бы в любом случае. Но сегодня это опять именно сегодняшний прогресс. Ну такое, конечно, радует, но все равно. Хотя бы до такого доходить там. Стоял в углу. Да, а как я не поймал того?
таймер. Такая глупая смерть, облава. Такая глупая смерть. Ничего не мешало. Ничего не мешало. Ну, в смысле, я знаю, там 21 секунда, там. Ну, по-моему, надо прыгать не на 21 секунду, а на 22. А, то есть на второй лаве мне можно не опасаться горизонтальных, если я стою слева, да? Так что ли?
такие смерти, просто такие. Я видел его, да, я видел его. А куда я должен был идти? Я не знаю.
то, что ни один по мне не попал. В итоге нормально. Что-то да. С20 нет. А эпилепсию разве можно приобрести? Я, например, на телек вообще почти не смотрю. Как бы мне все равно, что он там мигает. Нормально же делаю все.
Надо перерыв делать. Ничего не барахлит, но не на ходу, потому что страховки нету. Ну, я надо просто сделать. Деньги есть, надо просто сделать. Хочу дойти еще раз до последней фазы разок, а потом уже перерыв. Но чувствую, сейчас если еще завафлю пару раз на мину, то все равно перерыв. Сломается машина по дороге. К тому же там опасно как-то на дороге зимой, там дальнобойщики на своих фурах гоняют. Ладно, летом-то хотя бы там нормально, а зимой там эти фуры постоянно переворачиваются, навстречу вылетают, да ну нафиг. Летом тоже бывает, но все же намного реже. Зимой, блин, дофигища аварий. Как раз. Честно, повезло сейчас. Да как? Ну блин. Перерыв, короче. Не знаю сколько, ну, поем. Попью чай. Я не знаю, может стрим остановить? Ну, я так, ну, минут 30, наверное.
Остановить, думаешь? Ну, давайте тогда. На этом стрим заканчивается. Ну, следующий же, ну, будет, когда будет. Ну, то есть, я типа... Сегодня, да, наверное. Я не знаю, на самом деле, может, или вообще на сегодня, может, хватит. Может, тогда вообще на сегодня хватит. Ну, в общем, да, в любом случае, давайте тогда всем пока. Если будет, то, ну, соответственно, анонс, как обычно, там, в Стиме, ВКонтакте напишу. Всем удачи.